А что если Сикер плюс Queen of Pain? Еще лапу закинь. Я остальные кинул. На нем Раптура. О, Огр просто взорвался, дядь! О, там еще в спине кто-то сдох! Прикинь! И это было Морта. Это на вставочку было, дядь! Сейчас, дядь, секундочку. У меня вот тут 4 секунды всего. Ой, как сладенько стоят! Блин, это круто! Как же сладенько стоят. Просто жесть. Все, вот снайпер сейчас подбайтит, походу. Так. Опа, давай, я закину. Раз. Два. Ой-ой-ой-ой! Нифига! Жесть! Что вообще происходит, нахрен? Хенодес, опять раками подкупными играешь? Хен и актеры, да? Чисто хен и актеры. Третью даешь, я дамажу. Кидаю. Ой, и Леги, смотри, как досталось. Туда его. Блин, это круто. Ты просто посмотри, как дамажит нафиг. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Ксенас. И сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если Сикер плюс Queen of Pain? Получится ли с этой комбинацией что-то крутое? Сможем ли мы добиться какого-то нереального результата с помощью Sonic Wave? И, конечно же, посмотрим, работает эта стратегия или нет. И сегодня, как обычно, мне будет помогать кто? Энтони Хопкинс. Энтони. И он сегодня будет у нас в роли баффера, как обычно, будет бафать моего персонажика, будет Queen of Pain бафать. Она очень ватная, и мне кажется, будет тяжело реально выполнять эту комбинацию. Ну, попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. И, ребятки, перед началом видоса обязательно поставьте лайк, подпишитесь на YouTube-канал. Ну и, конечно же, пожелаю всем приятного просмотра. Давайте начинать по чуть. Так, я могу, в принципе, взять ФП. Queen of Pain никто не берет. Антох, возьмешь копу? Ой, копу, это ОБС сразу. Если что. Ага, хорошо. Тут где? Погнали. Надеюсь, получится интересно у нас сегодня. Получится интересно. Как вообще думаешь? Нормально все будет. Нормально? Не переживай. Все образуется. Все образуется. Мариту взяли, Огра взяли, очень много станов. Ой, как чувствую, будет тяжело, но... Я только хотел сказать, что нужен какой-то контроль. Подовые ульты. Да. Акс, хороший байтер будет. А там этот Пудге. Марита. Посмотрим, кто будет на миду. Я тут буду играть через Аганим. Будем стараться с ульты с моей очень много наносит. Наносит. Там, в принципе, дэмэджа не так уж и много с ультимейта Queen of Pain. Но в целом очень неплохо должно залетать. Я так думаю. Поэтому будем пробовать. Будем пробовать. У нас Леорик еще отлично. Прям Леорик очень хорошо зайдет, потому что он очень хороший байтер. Вот. Короче, ребят, по стратегии. Так как ультимейт у Queen of Pain это чистый урон, мы покупаем аганимчик, мы покупаем аганимчик, мы улучшаем себе ультимейт, колдаун у нас уменьшится и, конечно же, увеличится количество дэмэджа. Вот. И, конечно же, будет интересно. Наверное. Сейчас посмотрим, какие у нас лайнинги будут. Чё-то чел какой-то странный на Лёрике. Я фит пойду. Ай, угрозы сразу. Я фит. Иди, я фит. Напал, чтобы фит. Лол, пугает. Иди, фит. В чем проблема? Чисто абай, херо. Так, ливни, если лагает, не? Козли. Странный тип. Зашел, всех говном поливает, типа такой, знаешь. Я фидить, и фидить. И чисто угрожает нам, что пойдет фидить. А что если выиграть карточку с фидером? Нет, чел, боже, останься. Только не фидь, я тебя умоляю. Ах, таки он меня выхукал. Блин, я знал, что там пуч вот 100%. Блин, не успел курочку пить. Знал 100%, что будет хукать. Зевс еще так мансит. Думаю, ну ладно, забираю. Начинаю размениваться. И в итоге умираю. Ну ничего. Нормально, монету я забрал. Интересный токсик у нас в команде попался.
Соси! Акаша! Соси! Ешак! Смешная катка будет, Антон. О, если он будет фидить, будем потеть. Прям будем очень сильно потеть. Так, вот так. Хорошо. Кстати. Блин, неудобно с таким ДЛМ играть. Давай лад пониже поставлю, а то я поставил на уважении, да? Плевать на него. Какое к нему может быть вообще уважение после вот того, что он пишет? Ну-ка, после того, как что он пишет, дядь, уже никакого. Но я как бы верю в лучшее на самом деле. Понимаешь, да, о чем? Я верил, что он изменится, но он не поменялся, он начал говном еще сильнее. Он даже видел, что ты как бы отреагировал на его просьбу, хоть и не 50, но 44, по возможности поставил чисто. Ну, он типа вообще, типа... Ну, такой себе чел, согласен, такой себе. Ну ладно, ребят, ничего страшного, бывает, таких челов с никами Абай, Херо очень много на айкапе, поэтому будем терпеть, будем не разочаровываться. Я сделал все, что мог, а как человек отреагировал уже на это все, это уже, конечно, другой вопрос. Это уже другой вопрос. Ничего страшного. Наша задача в этой катке это смотреть, как Леорик фидит. Он нафидил там? Нет, еще ни разу не нафидил. А он меня бодиблочит, скотина. Чтобы меня продамажили. Чисто токсик нереальный, да, в катке? Ой, боже, откуда такие берутся? Вообще, я так думаю, он еще знаешь, что будет делать? Будет там условно вардики покупать и специально будет идти фидить. Вардики дропать, курьеров пускать. Да, он просто идет за мной и блочит меня. Пока меня другие пинают. Вот пью ос, да, чисто? Чисто пью ос. Ты можешь свапнуться лайном. У нас, смотри, у нас есть ничего. Не, не надо. Это я принципиально буду стоять и забирать у него фарм. Главное, чтобы ты там не фидил, дядь. Нам нужна раскачанная стратегия. А, как бы Blood Rage всегда в любом случае будет замакшен рано. Так, ну и хорошо. Тогда я доволен тобой, сын мой. Спасибо. Сын мой, когда ты родился... Даже сами я забыл. Сами лица Лордерона прошептала твое имя. Дебил. Проклятус. А имя Проклятус, понял? Ой, бро, шутка, смешная ситуация, страшная на самом-то деле. Сын мой, когда ты родился, сами лица Лордерона сказали Проклятус. Так, снипер. Снайпер, мне кажется, ливнет с этой катки, если я его сильно буду душить. Мне кажется, он не сдохнет. С тангусами там отхилится. Можно было, конечно, стики в размен пустить, идти там убивать, но боюсь, он может покинуть эту игру раньше времени. Has left the game. Has left the game, да. Страшный звук. Звук отменяющегося контента это называют. К сожалению. Надо боковые лайны пойти прогангать. Эх, крипа не добил. Вот рака. Давно на Queen of Pain, кстати, не играл. Очень прикольный герой, такой на ромах, агрессивный, очень интересный. Мне нравятся такие персонажи, не знаю, как вам. Такие персонажи мне нравятся. Активные персонажики. Очень интересно с такими героями играть. Дота, она в целом вся состоит из такого, из активных так героев, выразимся так. Что там, тебе помощь нужна? Я лечу, дядь. Добивай крипов. Уже никак. Хрюк произошел. Свинья упала. А почему? Почему я танчу, извините? В этой ситуации. Я наоборот сзади него шел, и все равно я танчу. Очень интересно. Интересно выглядит, конечно. Так, я пошел дальше. Вроде свою задачу выполняю, дядь. А через ПТ-шечку, ТП-шечку возьмем. И все. Вот так вот немножечко подгангиваем. Помогаем боковым лайнам. Леорика не уважаем.
Не за что его уважать, за то, что он пишет пакости в чате. Я все вспоминаю, как это. Да на учебу ездил. Садишься в трамвай. И там это говорит. Типа, уступайте места там пожилым и беременным. Типа, будьте вежливы. Вот это именно фраза. Да, будьте вежливы. И она постоянно у меня в голове крутится, когда в доту играешь. Вот такие моменты. Будьте вежливы. Будьте вежливы. Да, надо быть немного вежливы, но вот такие люди, видите, веру в человечество немножко убивают. Не очень хороший человек. На скелете. Не знаю, может у него что-то дома случилось или что еще. На эту тему может дискуссировать вечно, а может сам по себе человек такой, какашечный. Ребят, вот так бывает. Ребят. Not bad. Так, я вот думаю. Сразу вагоним надо, желательно к 14 минуте, чтобы дамагу и кдшечку. Тогда будет норм. Я, наверное, сразу вагоним. Хотелось бы урну. Ты говоришь? Медовый был? Да, мидлевс. Он не пришел. А там иллюзии. А, понял. Две иллюзии. Иллюзии две. Бах. Снайпер душит там. Че, Леорик латентно начал фидить, да? Да, нет, он так играет. Ха-ха, он так играет. Понял. Ой, бро, жесть. Блин, не знаю, может овер запотеть. Я могу, типа, сейчас убивать вообще почти всю карту. Но я, типа, АФКшу тупо, потому что, ну, типа, не знаю. Надо же контент давать, а не просто там победка или еще что-то. Давай, внизу я. Лапу кинешь мне в единицу? Ладно, ты уже... Решил немножко. Не хочу ультовать, блин. Но если лапу кинешь, ультану. Кидаю. Смыло, у него 400 с лишним хп было. Ладно, сорян, я не буду у тебя фарм забирать. Тебе тоже фарм нужен. Пойду дальше. Хорош. Вот этот тиммейт, я понимаю. Леорик, который ходит, ставит варды. Вот Леорик. Так вот. Леорик вместо варда. Пусть станет на руну или на клиф. Вместо варда. Лимит. Так, ну Зевс пошел. Вот так вот сделаем. Давай, давай. Монету я должен забрать. Че, блин, столько крипов прогуливаю, да? Так, Руджес идет. Ну пойдет, у меня девятый почти, половина аганима. По крайней мере, первый ингредиент есть. Дай смайлы. Это Руджес! На меня нападение Руджесов произошло. Че там тебя душит, свинюка? А-а-а. Леорика душит, свинюка. Ребята, если бы... Каточка была такая более серьезная, я бы сделал на серьезных щах урну, и с урной можно было бы двигаться. Урна прям хороший артефакт для данного персонажа. Можно душить. Так, Зевса я убью. Хорошо, Зевса убил. Сейчас будет тун. Или не будет тун. Мне жесть, как с ульты будет Зевса прилетать. На самом-то деле. Нифига тебя там толпой душат. Тут порта делает. Все свапнулись, да? Фанда. Куда залагал? Очень странно, что залагал. Чувак. Блин, печально, если чел выйдет, уже не такой интерес будет. Печально. Lost the connection. Давай, дядь, реконнектит, делай. Печалька. Do you work out? Давай, реконнектит, Рудги, мы тебя ждем. Может быть, просто там
Интернет Wi-Fi ведь упал. Будем надеяться на лучшее. Нет, все, не в сети. Эх, ну такое, блин. Не люблю такую тему. Ну ладно. Ничего не поделать, если уже дропнуло его. Зато у нас Леорик. Веселый. Который мамку трогает. Такой интересный типчик. А у них, по сути, это шестой игрок. И шестой игрок у Леорик. Так что считай, сейчас 5 на 5. Да не, не то все равно. Не то. Они сейчас бустанутся, и фарма нам будет меньше. Ну, может быть, контент дадим? Может быть. Может быть. А может и не дадим. Ну, жалко, что чел вылетает. Такое себе. Жалко. Сейчас будем пытаться комбинить. Уже почти аганим есть. С аганимом можно будет. С аганимом можно будет. Don't be shy. Die smiling. Да я смайли. Зевс ультовал? Нет. Я тут на лоу хп. Стою. Опасненько. Хорошочка. Так, иксовочка есть. Половина аганима имеется. Опа, под тэшку прям заходит, нифига себе. Он просто даже останавливается, короче, и тупо ничего не делает. Типа, забирай. Не, не пойду, опасно. Маны нету. Не, маны нету, я сейчас на базу сгоняю, вот эту пачку крипов зафармлю. И домой пойду. С 11-м, на 11-м левеле у меня почти аганим есть. Ну, сейчас на 11-м левеле юзанем комбу. У тебя что там лапов сколько? 3. 3, да? Ну да, апайся, я пойду на базу сбегаю. Прилечу с телепортом. 11-й, да, апаю чуть-чуть. В миду столько крипов, пойду в мид еще. Такое пропускать нельзя. 11-й, да, апаю уже и будет как раз почти аганим. Очень много крипчиков здесь. Конечно. Да, еще добивать бы все. Эх, ладно. О! Как дедок погибает. О! Смешной звук. Смешной звук. О! Так, у меня уже, блин, лакрити еще появился. Хорошо, найс. Все, сейчас к тебе лечу, дядь. Ты где? Блин, на топе еще крипьев сколько. Жестко. Ладно, так бесконечно можно гоняться по лайнам. Бесконечно по лайнам можно гоняться. Опа, агуры ходят по лесу. Слушай, тут эти два осла, они просто думают, что они короли этого лайна. Вот они заходят прямо за тавр. Лапы накидываем. Мы по одному ходим. То есть у нас внизу кто-то один всегда. Вон он как раз байтит. Мне прям две лапы накидывай, я влетаю, не умираю. Еще лапа будет. О, мартретку можно. Пол хп. Опа, армилет купила. Хорошо. Я на тебя по КД накидываю. У меня рутура еще есть. Ох! Нифига дамагнула, да? Жесть. Эх, не попал. Смотри, мансит тут. Вот этот кибик-бик. Меня бандали. И, блин, это было жестко. Очень много-то, очень сильно дамагнуло. При том, что у меня, как бы, ну, не левел. Жестко, блин. Это в две лапы было сейчас. И тройкой дамагнул, и... Кайф прям. Красава, дядь. Чётенько. Так, тут руны нету, пойду на базу. Есть аганимчик, ждем КДшечку. И можно снова применять. Рабочий момент, так сказать. У нас сейчас получается где-то с лапами. Тут получается 11 левел, 440. Где-то около 670. Я уже не помню. Давно тестил, но там, короче, много дэмэджа. Много дэмэджа. Армлет на мартретке. Пока КДшечка. Аккуратненько там.
Аккуратненько. Давай пару вардиков возьмем. Пару вардиков. Вот так вот. Пару вардиков и можно работать. Хорошо. Отличненько. Нифига наглеют. У них, наверное, там вард стоит такой, более активный. И они поэтому так наглеют. Я иду к вам. У меня Sonic Wave, правда, нету, но есть зато рука. Там изусчик еще делать, аккуратно. Ой, бро, ну это жестко. Ну ладно, тут но у меня есть. О, в БМ улетело. Их вот четверо, так. И они все равно вместе ходят просто. Да. Так, туда его. Этого Агура. Агуарис. Давай драться. Хорошо. Странные они какие-то дерутся со мной зачем-то. Может, я Агуарисы. Чел приказывает, пушьте. Хорошочка. Я и ульчик сделаю здесь. И круто было бы еще даггер купить. Чисто ослик. Я иду к тебе сейчас там на лапах, да? Намутим вещи. Кто придет там на лайн, тот на этом лайне останется. Хорошо. Но я думаю, они на низ пойдут. Я вардик один куплю, чтобы можно было видеть ситуацию. На низу они. Двое, и я уверен почти что. Да, все, накидывай. Сейчас я влечу с фул прокаста просто туда. Так, это одна. Две даешь, вторую. Вторая. Зевса убила почти. Вообще просто, посмотри. Тупо Зевса убила. Блин, жестко дамажит, да, реально? Вроде фигня. Зажимаем эту свинюку здесь. Опа, ты куда? Свинюку зажали просто. Славянский зажим. Зажим героями. Чисто яичками. Героями. Нормально перефразировал. Пойду вард поставлю. Жестко. Блин, круто дамажит. Это еще не 16 левел. А Зевс там уже горит. Вот это там на узбекском мат и пишет, короче. Ешак! Морта. А, это он Мортри. Жесть. Ой, блин, чё так вот это, матерятся чуваки, непонятно, прикинь? Вообще жесть горят. Мортра, ешак. Очень интересные, конечно, ребята. О, джей, беби. О, джей, бабу. Так, юльчики есть. Такой забавный на лёрике. Все верят, что он тут предводитель какой-то. Он предводитель туалетов. Леорик, тебе только дано по жизни туалеты мыть. Чисто такое, знаешь. Приказывает что-то там в игре, а на самом деле туалеты в жизни моет. Забавный. Отыгрывается на нас. Да. Своему начальник приказывает. Ой, ну про мамку-то святое написать на самом деле. Это, знаешь, следующий левел такой. Когда не получается на нижнем уровне что-то типа спровоцировать. Переходит на новый уровень. Теперь мамка. Мамка виновата, да? Ну, бестолочь. Таких вот земля носит, к сожалению. Человек заходит в игру, чтобы вы понимали. Просто вдумайтесь.
Вы смотрите сейчас контент, просто игру. Человек играет в игру, я с другом сижу, играю в игру. И здесь находится в нашей игре, которую мы создали, которую мы просто играем для удовольствия, вот такой вот индивидуум, который мамку трогает, всем приказывает. То есть, понимаете, да? Просто человек из-за игры так себя ведет. Так, а ты где там? Бладсускер, на низ ТП даешь, да? Изи, изи. Внизу, и я на Т2, чувак. Тут Лёрик. Чуть подойди, вправо я, чтобы я тебя накинул. Давай, одну, две там лапу. Вон он пока. Так, одна есть, да? Сейчас вторую дашь мне? Я пойду. Продаю пока. Вторую на вторую, кидай вторую, 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 быстро. Кинул, кинул, кинул. Свинья задоджила только. Ух, как мне влетело. Ох, хильнулся еще. А ну, дядь, стой. У меня к тебе серьезный разговор. Блин, жестко она дамажит. Она и хапает очень жестко, но она дамажит очень круто. Queen of Pain под этой комбинацией. Блин, вообще кайф. Просто жесть. Классно, мне очень нравится. Сейчас еще 16-й будет. Вообще ультимейт будет разносить. Немножко вот тайминг, тайминг. Видишь, да, вот это лапы надо, лапы, лапы, лапы. Резко, резко. И потом раз, раз и залетает. Но круто, дэмэджа очень много прям. Чувствуется, что дэмэджа сполна хватает. Просто прокаст там 1300 хп. Кайф. Сейчас уже 16-й будет. У меня уже Sonic Wave есть. Ну да, они будут дефать, скорее всего, Т2. Я на фулл фарм сейчас, на базу и прилечу. Я полностью всю ману сливаю, чтобы 16-й апнуть побыстрее. Так, монетка. Все, я на базу и прибегу. Быстренько. Даггер еще хочется купить. С даггерами вообще очень быстро буду. Тебе бы я тоже, наверное, рекомендовал бы даггер здесь, чтобы можно было спокойно лапы напробафать там. Вместе скооперируюсь, пока Леорика этого избивают там. Мы такие, оба, набафались, я прыгаю из прокаста всех убиваю. Красота же, красота. Вот так, значит, да? Да, да. А чё нет, а чё нет, дядь? Я да, сейчас значит, тебе... Вот я сейчас тебе прыгну, намажу тебе вазелином жопу. Вот так вот тебе немножечко. Пойдем на Лёрика байтить. Кажется, вот здесь надо постоять. Ага. Так, две лапы есть, да? Еще лапу закинь. Я остальные кинул. На нем Раптура. О, Огр просто взорвался, дядь! О, там еще в спине кто-то сдох! Прикинь! И это было Морта. Это на вставочку было, дядь! Вот тут просто кто-то лопнул. Нифига себе. Это реально круто. Офигеть. Вот здесь вот просто, я смотрю, кто-то сдох с ульты с моей. Как же это жестко пробафает. А теперь хочешь, я тебе расскажу одно лютое разочарование, которое будет примерно где-то через месяц, может. А, ну ты что-то мне с утра говорил. Да. Ну, да. В общем, мы сейчас играем 416 RC. Не знаю, ребят, когда вы будете смотреть это видео... Через месяц, через два, может быть через год, может быть вообще, когда уже меня не будет, будете смотреть этот видос. И в 423 обновлении убирают стак первого спелла Бладсикера. К сожалению, ребят. К сожалению, убирают. И все. К сожалению, нельзя будет пользоваться этой стратегией. Будет ультимейт условно улучшаться, ну, как там написано, на 40%. И все, не больше. Поэтому вот такая тема, ребят. Пользуйтесь, пока есть возможность. Смотрите, какая версия. И, в принципе, можно. Это можно юзать. Так, ну, если вот этот чел ливает, я думаю, надо пойти next. Он ливнул просто. Все, ГГ, кик. Можно смело будет выйти и написать еще каточку. Красивенькую, Антон. Пойдем next? Давай. Давай. Нет смысла тут, если чел ливает еще. Нет смысла. Так что, ребят, пользуйтесь пока. Может быть, работает. Смотрите, если у вас версия 416 RC и до 223 версии, то можно еще пользоваться этой стратегией. Так что такая тема. Ну, сейчас, видимо, рез делаем. Если что, тут такой переходик будет, и все, уже будем next выиграть. Жалко, конечно. Блин, ну Марта там сдохла. Он реконнектит. О, отреконнектился, ребят. Повезло, чуть повезло. Ливнул, я Alt-Q нажал. Там внизу суета. Но у меня еще пока что КД. Да давай мид спушим чуть-чуть. В любом случае, мне кажется, тут две каточки сыграем. Не, не хочешь две катки сыграть так? Эту катку вот как... У тебя есть же время? Давай. Я сейчас попробую сделать Октарин и Рефрешер.
Просто два ульта и минус 5 попробуем сделать. Ну, минус 4, окей. Так, у меня есть... Есть. Тоже в Октарин выходишь. Чтобы поймать момент, может быть, на трех лапах. Да, на трех лапах, типа, дэмэджа столько будет. Накидывай, я сейчас Зевса шотну. А, 1300 хп. Это сколько? Это вторая? Сейчас вторую накинешь, я перебаф. Вторая уже есть. Мне надо следить. Я за твоим КД буду следить, и если что, буду это. Так, ну вот это типа, вот это две. Блин, как же его дамажит. Еще лапу кинь. Оп, есть, хорошо, Мартра идет. Вот так вот сделаю. Ой, бру. Как же это больно. Я добью Зевса, хильнусь. Прикинь. Да, переармлетит. Лапу даешь? Есть лапа? Да, есть лапа, я уже накинул. Хорош, там он не переармлетит. Опа, опа, опа. Ща, под контролем. Ух ты. Ну, я нормально, живой. Хорош. Ну, конечно, убить пятого чела. АФКшного, да, который там просто стоит под колодцем, по сути. Это неинтересно рэмпагу. Ну, ультракил по кайфу. Так, я на базу слетаю. Если они сейчас сдадутся, будет очень хорошо. Если сдадутся. Так, погнали еще комбинить. Тебя Октарин, да, скоро уже тоже? Ну, как еще, 2000. Ну, 2000, да. Пойду свинюку прессингану. Бегу лапы раскидывать, блядь. У меня сейчас КД уже 35 секунд на Sonic Wave. Закидывай. Хорошо, одна есть. У тебя нападение, да, тут такое? Еще одну кидаешь, я ультану в тупую. А, свинюку. Просто сбрило. Ой, меня сейчас сбреет. Юл, юл, юл. А, прикинь, молнию по грипам пустил. Жестко, с мультикаста почти сдох. Блин, да. Да нормально, живет, живет, Акс врезается, дядь. Пошло, пошло, замес, лютый. Прессинг. Пошло, пошло. Чпоньк. Хорош. Огр, ешак. Блин, ну забавно. Ну вот, как я и говорил, очень жесткий прокаст, но очень ватный. Не ешаки, ешак. Он о Ларине. Это типа, как знаешь, какой-то пиццайоло. Этот, чисто. Итальянский пиццайоло. Ухаб какой-то там. Еркака. Еркек. Бро. Это типа мужчина. Еркака, это типа, может он там что-то, не по-мужски он там делает что-то, может что-то как-то такое. Смешно это читать на самом деле, ересь пьяного деда. Амиго, амиго, амиго садиос. Амиго садиос, чисто. Ой, бро, иди на Рошана задуши этого Леорика. Амигос, адиос. Ой, смешной чувак на Зевсе вообще пишет какую-то смешную хрень. Ой, бро. Так, я бегу к вам, товарищи вурдалаки. 3 секунды, я блинкуюсь. Ко мне подойдешь отсюда? Я бегу уже, дядь. Леорика сейчас будут убивать, ему по-любому собьют ТП. Мне лапу 1. Хорошочка. Лапу 2, и я поехал. Кидаю. Опа, кидаю. Хорошо. Сейчас, дядь, секундочку. У меня вот тут 4 секунды всего. Ой, как сладенько стоят. Блин, это круто. Как же они сладенько. Как же сладенько стоят. Просто жесть. Блин, кайф просто. Чё ты там кричал? Это что? Это копа? Это круто! Это круто! Жесть. Ой, блин. Фудга в студию. У меня уже почти рефреш есть. Прикинь, сейчас 2 ульта просто. Жиу-жиу, вот так вот. У меня есть Октарин, да. Хорош. С Октарин. Я просто не буду даже смотреть на их хп. Просто 2 ульта заряжу им и все.
У меня делей повысился. Интернет подлагит. У меня в последнее время очень сильно лагает интернет. Это оптоволокно. И знаешь, что пишется на баннерах Тайгита? Что написано? Тайгит, на шаг впереди. Интернет такой, каким он должен быть. Ну, значит, он таким и должен быть. Точняк. Это чисто оптическая сеть. Как они там? Тайгит, на шаг впереди. Один шаг вперед, 10 назад. Так, ну я готов. У тебя там что, Октарин есть? О, прикинь, в три лапы, если с рефрешем. Ну я сейчас попробую. Кто-то забайтит, если то будет круто. Там снайпер вон есть, байтер. А смотри, на топе еще кусок какашки стоит. Давай я возьму... У тебя есть курьер? Да. Подними, пожалуйста, опс с этого. Принеси вот сюда, на клиф поставим. Блин, огур почти фуловый умирает, вот этот крип лесной стройки. Жесть. Сейчас все сюда придут, наверное, дядь. Надо Леорика продавать. Леорика надо продавать. Блин, жестко, в три лапы, дядь, это очень круто. Сейчас, если в три лапы поймаем... Все, вот снайпер сейчас подбайтит, походу. Так. Опа, давай, я закину. Раз. Два. Ой-ой-ой-ой! Нифига! Жесть. Что вообще происходит, нахрен? Они как будто какие-то подкупные против... Серьезно? Янодес, опять раками подкупными играешь? Хен и актеры, да? Чисто хен и актеры. Мусорит мое дело. Жесть. Как комментарий пишет, хен и актеры. Жесть, реально. Хен и актеры. Жесть. Ну реально, очень, очень мощно, ребят. Я не знаю почему, но катка очень красочная. Красочная прям с этими прокастами. Опа, чикен подрезал. Хорошо. Прикинь, ну там вообще все лоу хп остаются, я еще прыгаю тройкой, поддамаживаю. Но у меня уже Sonic Wave 1 есть. И рефреш жду. С рефрешем еще раз две кнопки просто нажму, будет красота. Будет красота. Курьер вардик дропни. Хорош. Поноси пока. Росч. Да, го. Надо на него лапы на Лёрика накидать. И, короче, Абрашана его засыть. Го, го. Го, го. Вот так вот. Лапы ему накидывай. И постараемся его поблочить в рожпиту. Это задача наша. Миссия второстепенная будет. У него мом, короче. На него лапы кидай по КД. Пусть. Танчи. Танчи. Лапы на него пока докидай. Хорошо. И блокуй. Ой, пошел урон по нему. И третье. Давай, 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 давай. Блокуй, блокуй, блокуй. Третий человек, чтобы он стомпал этот рожан. Давай, давай. Смотри, БМ-ку жмет. Хорош, души его, души, души. Блин, Акс переагрил. Акс мешает. Что за хрень? Давай, давай, Акс, брат. Куда, куда, куда? Давай, давай, давай. Сейчас, подожди, должен сдохнуть. Давай, 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 бей его. Опа! Выполнено! Чисто выполнено, дядь. Мы справились. Блин, Акс забрал. Ну ладно, Акса не зашкварно, он молодец. Танчит. Го, Акс. Го, Ахе. Кидай мне лапи. Пусть Ахе танчит. Дядь, не умри только от тебя лапы. Так, это первая лапа. Вторую лапу даешь. Вторая. Вторая, ну третью попробуем. Ладно, тут нефиг, не буду ждать уже. Good life. Yeah. Ну ладно. Кстати, свинюке нормально там это влетело, он задоджил прям как будто половину. Хотя чистый дэмэдж. Ну, нормально, додушивай. Акс странно, конечно, сдох там. Я думал, раздамажу лучше. Ой, хорош, и туда его. Ой. Красава. Ой, Анан плюс. Надо эскейп какой-то сделать сейчас, чтобы если что не умереть. Там в БМ-ку просто раскастовал. Ну, красиво все равно, ребят, прям очень, очень жестко. Очень жестко получается.
Юльчик есть. Юльчика не хватает. Гасту. Там Зевс магическим уроном впитывает. Магическим. Если эта катка затянется на 60+, с таким потом, то я думаю, не нужно будет переигрывать даже. Мы не пушим особо, а они качаются. В принципе, у нас и нету задачи пушить. У нас есть задача, можно сделать 50 фрагов, мне кажется, здесь смело. 50 прям по кайфу бы. Марита, там вардик, братка. Блинк, не успел. БМ-ку. Мартретка, мне кажется, тебя задушит сейчас. Ой, хорош! Доталова, дядь, доталова, как мужчина, давай, покажи, где твой кок. Хорошо. Катина, не дал мне килл. Да, ну такой себе, ну главное, что ты не умер, уже хорошо. Ох, прикинь, чуть не погиб. Жесть. Я так в D2 недавно, короче, у меня было хп 5, нет, хп 200 что ли. Чувствую, сейчас Зевс ультанет, переключаю ПТ, он ультует, у меня хп 10 остается. Чётенько. Это было чётенько. Так, ну я готов. Дядька. Я вардик куплю. Мы можем на миду пойти поразминать. Там свинюка танкует. У меня уже почти есть рефрешка. Пойдем к лесу сюда. Я вард сниму. И возможно они придут. Возможно придут. Так, вардик я снял. Хорошо. Ой, вардует, упартует. Вау, волки умирают просто. Третья лапа, да? Офигеть. 1000 урона почти. Жестко. Так. Внизу пушат, да? Сможешь на низ перетянуться, если что, на травелах? На ноге. На ноге, гоу. Гоу пешочком. Надо, чтобы кто-то потанчил. Типа Леорик. Опять. Погнали. Гоу. Я вардик. Ну еще. Хорошо. У них тут вард стоит, свинюка сразу. Так, это у нас две лапы. Третью закинешь, я могу. Блин, ну они знают, что мы тут стоим. Не подходят, боятся. Вард стоит, да, сейчас принесу сентрики. Хорошо, задоджил. Задоджил. Так, один лап есть. Марита идет. Два лап. Третья лапа, я прыгаю просто в тупую. Третья. Упса. Это вронг. Поворот не туда. Хорошо, сейчас откадешь. Ух ты, лапы накидывай, дядь. Первая есть. Вторая есть. Хорошо, две. Ух. Ладно, ультую. Хорош. Забайчено получается. Хорош, пойдет. Пойдет. Ну, такие они на меня так подзабайтились жестко. Нормально. Чуть побьем бараки. Давай. Чуть-чуть. Пора бы уже. Леорик у нас красава, тащит катку. Если б не Леорик. Если б не его приказы. Да, вот если не Лёрика, советы, приказы. Без Акаша Винису. Ну, жестко, жестко. Так, какой шестой слот сделать, мне интересно. Можно молнию купить? Типа я с молнией буду прыгать, там столько депа с собой. Правда, и может и на руку им сыграть, потому что давай не будем этот барак пушить. Пусть крипы, если сломают, пусть сломают. Я на то пойду. Я, наверное, молнию фуловую куплю. Буду прыгать с молнией там, и будут и молнии в разные стороны, и шоквейвы. По-моему, красиво будет, не? Как думаешь? Ну, красиво будет определенно. Давай попробуем. Почему нет? Крацубо. Крацубо будет. Take me punishment, дядь. Хорошо, иду вот здесь вардик. Ну. Здесь вардик. Здесь вардик ткну. Хорошо. Так, молния апнутая есть. У меня вот так вот. За мной ходит теперь, смотри.
Чисто. Бинбицил, брат. Бинбицил. Так, 27 секунд. 27 секунд. Ядок ему кину. Пошел, пошел, по-моему. Пошел нарезать. Так, у меня вот так 13 секунд, дядь. Давай. Давай, ты сможешь. Пах, ему вообще пофиг. Свинюка сдохла таки все равно, лол. Хряк. Лапы накидай мне, если что. О, у него первый фраг, кстати. Значит, не рак. Так, вторая лапа, да? Блин, Зевс там сдох. А чё, как они умирают? От чего? Так, три лапы. Окей, гоу. Побьем немножко. Вай, молниеносные летят. Пусть Зевса убьет. Ай, Зевса этого. Леорика хотят, чтобы убили. Ну, круто. Все равно круто. Ну, скорее всего, на этом уже катка сейчас закончится. Пойдем под колодец тусить. Потому что ребята будут уже пушить. Три лапы сейчас попробуем реализовать. Там сколько? Кто ресница? Три лапы. О, опять Хароми. Хароми-сан. Это что за город такой? Сан-Франциско. Это город диско, город Сан-Франциско. Хорошо. Ну, пойдет. Так, еще лапу кидаешь, вот эту сейчас, которую. Оп, оп, оп. Вообще в спину, видел, смягчился. Урон. Вообще нет урона. Это два ульта, он чисто пощекать. А, у него Тараска. Видел, просто Тараска. Жесть. Ну, очень плотная свинья. Ну, пойдет. Если честно, мне эта катка зашла, рили. Очень получилось интересно, динамично. Next катку сейчас пойдем. Попробуем еще. Это город диско. Свинюка лицом повернется. Эй, я ультану и убьюсь. Нормально. Ну, блин, в целом молодцы оппоненты тоже. Мне очень нравится, они держались до конца. И катка получилась реально очень красивая, очень прикольная. Не знаю, как вам, ребята, но мне она реально понравилась. Антонио, если ты не против, давай еще одну сыграем. Давай. Let's go, ребятки, еще одну и посмотрим, получится ли у нас улучшить свой результат или просто посвятим вам, так сказать, красивую и качественную игру. Ну что, ребята, некстовую катку мы уже начали, и вот такие у нас VS-пики, очень жесткие какие-то герои. Ну, будем, как говорится, сейчас пытаться смотреть и посмотрим, что получится. Что получится у нас. Так, я хочу вот все-таки вот, вот так вот сделать и один вардик. Все, let's go на центральный коридор. Мид. Иду мид, без обид. Антонио, какой тебе из всех видосов с сикером, ну, больше в реализации понравился именно... То есть то, что ты сам кайфанул с этой комбинацией, что там лапы плюс чистый урон какой-то. Блин, я уже даже подзабыл. Подзабыл, да. Мы в течение уже месяцев трех, наверное, подряд пишем там, ну, игры 2-3 в месяц с лапами сикера. И вы не все, конечно, видосы видели по-любому, рекомендую посмотреть. Но все-таки давай поперебираем. Мы писали с Пугной, писали с Линой, писали с Энигмой. Я вот, мне приходит на ум Лина, потому что я помню, там, по-моему, инвокер был, которого мы хейтили. Блин, было и там, такое? Я помню, там пуч точно был, пуджа, там 1500 хп, 1800 хп, просто шотали под лапами. А кого, когда, в каком видосе инвокера хейтили постоянно? Слушай, я не помню, может это было с видосом, где мы там Бладсикер плюс пуч на лапах, плюс хук, там что-то такое. Ему кровопотек мы устраивали, я вспомнил. Вот. Вот так, по-моему, там с инвокера хейтили мы, насколько я помню. Ну, мне, короче, вот это запомнилось прям, как он страдал. Вот, и в целом, блин, ну, красивые катки все равно дарили пацанам. И я надеюсь, этой катке тоже будет интересно. Сейчас подушим. И с Линой тоже был прикольный. С Линой классный. Мне именно, вот, наверное, из всех видосов с реализацией сикера, мне, наверное, больше всех нравится
именно с Линой. Почему? Потому что там действительно очень годный, очень красивый контент получился. Огромное количество урона и стратегия максимально рабочая. Реально, если вот на Queen of Pain есть там, да, недочеты, что Queen of Pain, она там прыгнула, да, и может умереть с прокастов, то у Лины есть возможность, что она сама по себе очень мобильная, очень быстрая, и при том очень соло-таргетный большой урон такой, и реально это очень круто. У Энигмы тоже мне понравилось огромное количество дэмэджа с Розы, там просто под малыфайсом Пуджа убивали, блочили его, тоже очень интересно, красиво. Ну и в целом с Санреем, ну не с тобой, Антох, писали видосик, Санрей тоже очень много дамажит, так как он чистый урон. Вот, тоже очень крутой видосик был. Если хочешь, с тобой перепишем. Санрей плюс Сикера лапы там. Просто нереальное тоже количество урона. Ну, а это уже посмотрим. Ребят, напишите в комментариях, нужно ли повторить этот видос с Антонио. И понравится ли он вам, я не знаю, конечно. Но, в целом, хотите ли вы увидеть это видео? Так что так. А ты что думаешь? Получится он или нет? Или в целом, ну, да, ну, типа, хочешь или нет, типа, ну... Интересно, будет ли тебе так поиграть тоже? Хотя тебе что интересно, лапы кидай, да? Я просто лапы кидаю, реально. Ну, как бы, если нужен будет, хелпуй, то запишем. Не, почему нет? Контент-то прикольный получается. Очень прикольный. Мне нравятся такие видосы, где именно какая-то комбинация, какая-то интересная, крутая комбинация идет. Способности персонажей, о которых... В принципе, ну, никто не знает особо и никто не юзает. Это реально очень круто. Хотя, казалось бы, да, сколько уже этой карте, 10 лет, и только сейчас, ну, кто-то хотя бы делает такие интересные видосы с интересными стратегиями. Реально, ну, так если задуматься, это как-то глупо, да, говорить, что об этом никто не знает. Но ведь реально никто этим и не занимался, чтобы вот это продвигать. Ну, и я считаю, что, в принципе, я делаю прикольное дело с тобой вместе в паре. Это прикольно делать такой контент. На просторах D1 такого контента просто нет. Угу. Какой-то мистер эксклюзив. Да. Эксклюзивигами. ДСа. Ой, ДСа. Баунти Хантера поймали. Ай, хорош. Ушел. Ну, у меня, короче, Зевс не стоит. Смотрите, он может к вам на низ пойти. Я зато тут фул фри стою. Зевс фидить не хочет, поэтому... Не знаю, его тут просто нету в природе. Хорошо. О, лоу хэповый лего в лесочке. Что, бросить пойти пробежаться? Погнали. Он даже ничего не подозревает. Хотя он сейчас от крипов сдохнет. Эх, я даже за экспица не успел. Ой, бро, как это тупо, ну блин. Ой, жесть. Жестко, жестко. Не знаю, где Зевс. О, идет. Внизу у нас был. Да-да-да, вижу. Четвертый левел. Четвертый левел. Кен и актеры. Каточка 2. Кен и актеры. Каточка 2. Постановочный стрим, постановочная дота. Попробуем подушить его немножко. Но я его не убиваю, надо 6 левел минимум. Минимум нужно сапожок. Че, у вас там внизу круто, да, все? Да. Хорошо. Лего. Что с ним не так? Почему он такой? На Легионе лес второй раз сливают. И второй раз я подхожу, чтобы его добить, и он умирает раньше, чем я апаю экспу даже. Чем я в радио захожу. Что с этим типом не так, ребята? Напишите комментарий. Что с этим легионом? Хин, опять раками ираешь. Ой, бро. Именно раками, да. Вот на это, на руку надеваешь от этих раков и играешь ими. Вот-вот же ж. Вот так вот, дядь. Ух ты, бро, не надо, пожалуйста. Don't usually do this. Оп, поймался.
сладенький. Сейчас будет звук тун. Как обычно, пишешь видосы, звук тун. Это самый страшный звук в написании контента. Звук выключания света не такой страшный, как вот этот звук тун. Так, ну ладно, я ПТ-шечку сделал уже, хорошо. Все мы с чего-то начинали, да, Антонио? Как и все. Как и все. Бидол. Виразилиль. Разилиль. Чего? Лего руну своровал у меня. Смотри, там Акс пошел. Сейчас и Акс в лесу сдохнет. Да что с ними не так сегодня? Что такое? Почему они сливают лес? Уже три раза лес слили. Ой, бро. Блин, это честно такой фан. Фан вот этого 2009 года, дядь. Когда лес сливали по КД. Ой, бро, прям жесть. Так, я, наверное, через урну. Хотя, посмотрю сейчас. По фарму. По фарму посмотрю. Ты что, там пуч бегает под раптурами, да? Круто. ТП дает. Ладно. Ладночка, ладночка. Ванночка. Ладничка, дядь. Че там, у тебя нормально все? Фарм идет хорошо, да? Так все. Но тебя сейчас убьют. Ты на топе стоишь? А, на низу. У меня вот просто вот автоботы стоят рядом. Автоботы, вперед! Че там по левелу? Они просто бегают. Просто стоят, наблюдают. Ну они попкорн достали, кушать сидят. Это же Антонио, Антонио, давай посидим, порофлим. Вот и сидят, попкорн кушают, дядь. Ты что хотел? А ты хотел, чтобы они за тебя всю работу делали? Чувак, запомни. Кто, если не мы? Есть такая очень легендарочка фраза. Никто, дядь, лучше нас с этим не справится. Какая бы ситуация ни была, никто лучше нас это не сделает. Понимаешь, друг мой? Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире, и затяжечку делаешь. Сейчас я вам приду помогать. Нету руны, прикинь, кто забрал. Криса. Че, вот этого можно? Хорошо. И бежит, смотри, блин, какой уверенный. Зелебоба. Если что, можем подскомбинить. Че у тебя там лапа? Тройка. Я ее макси. Можно, если что. Можно, все, он его кинуть хочет. Опасно, блин. Ну пусть Акс, го. И Аксом Магнус какой-то бы себе потанчил бы. Ладно. Байтера нету теперь, видишь, как в этой катке плохо. Нужно будет как-то самим выкручиваться. Выкручиваться. Байтер нужен. Тут от их ошибки будем уже играть непосредственно. Вот толпой вон там вот забежали, да? В сикера. Слушай, почему я? Вот просто почему все стоят фармят, но гангают меня? Почувствуй себя стримером, дядь. Почувствуй себя стримером. Ну, кстати, потная будет. Смотри, видишь, они камбэчат. Это будет потная. Давай я немножко попотею сейчас тоже. Говно, я от них убегаю, пытаюсь доджить, но они меня находят. Хотя другие на лайнах сидят просто 24 на 7. Ну, я тут, если подставлюсь, так-то тоже умру. Я лечу. Давай. У меня есть кнопки. Надеюсь, хук не будет. Да не должен быть. У меня маны немного, но я могу подобузить немножко. Вот так вот. 406 маны есть, если лапы мне там по КД даешь. Ну, давай я задую его. Сколько лап? Одна. Где этот тиник? Ой, хорош. Ну, пойдет. Можно было, конечно, лучше дать, но я не вижу, куда давать. Я дал, как дал. Сдули челика просто. Просто сдули. Хорошо. Пойду дальше на мид, дядь. Ставьте варды. Не поскупись. Один вардик поставь. Я сейчас вагоним, пока выйду. Где-то вот здесь вот вард поставить, да видеть их.
Пуч. Как ты, бро, не надо так. Да что? Зевс меня байтит на эту руну, бежит до Талова. Неужели, блин, не видишь, что нету руны? Так, ну у меня есть почти агоним. Ну, к 14 я сделаю, думаю. Сейчас чуть крипов погоняю. Ульт откадешится, я подерусь с вами. И будет агоним, я думаю. Блин, у меня постоянно страх, что я запись не включил, короче. Постоянно страх такой. Так, иксовочка есть. Кстати, все лайны слиты, да, у нас? Надо потеть. Надо потеть. Сейчас на базу сгоняю. 5. И почти ультимейт есть. Хорошо. На топе тиники, еще лего лес стоит. Рофлы рофлами, но тут будет очень потно, дядь. Чувствуешь? 10-10, и лейт на их стороне. Потеем немножечко. Хотя мы можем под БХ перетемпить. Под БХ перетемпим, я думаю. Давай, давай. Тиник, 300 маны. Идешь, да? Лего еще. А, лего. Хорошо. Просто тут гулял. Даю вот так вот кнопки. Если мне лапу там кинешь, одну хотя бы. Хорошо. Ой-ой-ой, вот это я косанул, но он так... Очень так я прокосил. Некрасиво, конечно, выглядело. Сорян. Но Тини мансанул. Я бы так, наверное, зарядил бы. Я вижу тут Линкин сферу по-любому. Че там, моего крипа ты допинываешь, да? Ничего страшного. У меня уже почти агоним есть. Хреновый Sonic Wave был, ребят, но... Как есть, так и есть. Тини немножко отошел, поэтому... Не попал. Боюсь к нему подходить, то есть он мог бы подаваланчить чуть-чуть, да, под расстоянием и убить меня просто за прокаст. Поэтому я немножко стараюсь аккуратничать. Под лапами имейте в виду, что по вам урон очень дико залетает, поэтому не рекомендую. Не рекомендую, ребят. Дома. Дома не использовать. Да, нужно именно грамотно пользоваться этими кнопками, потому что это очень серьезные кнопки такие. Вы как дамажите, так и получаете. Поэтому... Будьте аккуратны. Так, я ушел. Еще один ингредиент аганима есть. Дропаю и ТП беру. Даггер, у Акса даггер, слышишь? Я понял. Понял, хорошо. На миду, походу, драка будет. На миду. Подойдешь? Есть, ТП есть. Я на Т2 лечу. Хорошо, я подхожу. У меня Sonic Wave нету, но прокаста могу раздать. Сейчас кто-то подзабайтит. И раздадим, я думаю. Кто-то подзабайтит, я думаю, раздадим. Я боюсь под Акса стоять, вообще жесть. Опа, хорошо. Во, забайчено. Найс, ну, вот этого, думаю, сольем. Хорошо. Но думаю, драка наша, я сейчас, блин, канусь. Sonic Wave нету. О, в спине, да, Тиник? Иллюзии. А вот и настоящий. Угу. Наверное, да. Ух ты, дядь. Ну ты умер. Я постараюсь тут раздамажить немножечко. Реализация. Конечно, реализация даггера. Да. Ну, есть Герова. Агоним, дядь. Плохо, конечно, согласен, но... Уже агонимчик есть, дядь. Сейчас будет чуть полегче, будем уже подкомбинивать. Блин, да что ж это за проклятие такое? Еще глиф нажали, прикинь. Хорошо. Все, есть. Сейчас возьмем пару вардиков, я помогу немножко по вардингу. И нужно будет в срочном порядке купить юл какой-то. Приново, что ты, конечно, хапаешь, но у тебя варианта нету. Получается, у тебя такая роль... Отведена здесь сейчас. Так, вардик, вардик. ПМ-ка у тебя есть, да? Все. Ну, я иду. Sonic Wave заряжен. Можно будет, знаешь что, где-то вот
вот, вот здесь вот так вот как-то вот что-то по топу пойти. Они все потянутся туда. На миду нет смысла стоять, там очень растянуто. Пойдем на топ, может? Не против? Давай. Лесочки Лего, можно Легу настигнуть. Песочки, легиончик. Хорошо. Ой, там все, да? Я бегу, дядь. Я бегу. Сами справляйтесь, да, нет, там? Нет. Ой, хорош. Хорош, убился просто. Красава. Так, ну если что, я готов. Опа, зусчик. Один лап в студии. Даешь второй лап, и я душаю. Жесть! У него 1300 хп, чтобы ты понимал. Его просто взорвало нафиг. Жестко. Блин, это реально очень круто. Все-таки это настолько рабочая стратегия, что прям жесть. Так я, блин, видеонаблюдение в миду поставил из-за того, что... чтобы кильнуть кого-то хотя бы. Хотя планировал на топ пойти. Ой, Магнус там шодоту показывает. Коллапсовскую. Так, колапупс. Я тут на топе ломаю. По чуть. Смотри, вардики там ищут пацаны. Но у меня Sonic Wave уже есть. Маны, правда, нету. Сейчас тэшку сломаю, наверное, и уйду. На базу. Хотя не факт, что сломаю. За мной уже выехали. И тавр еще глифанули. Вот так сделаем на базу. И на смоках побежим. 1000 стоит хп Зевс. Да, вон Пуджик пошел. 1100 хп у Пуджа было, не 1300. Ой-ой-ой, смотри как он. Сейчас и РП. А, не успел дать РП. Фига себе. Блин, но все равно они там справляются. Молодцы. Молодцы. Так, есть. Пойдем к топу. БМ-ку делает. Пуш куда-то ушел. Так, это две лапы, да? Сейчас еще раз перебафаешь, я в тиника ультану. Перебаф. Ну, жестко, блин. Ну, по идее, за душу. Ух ты, пуш! Ой, бро, мне ГГ. Пуш из кустов отсюда выходит нагло, а я без блинка. Но заберешь. Хреново, что я стрик отдал. Мне Юл нужен. Чуть-чуть до Юла, в принципе, осталось. 1000 и 600 и 325. Но 600 есть, 1000 и 325. 1300 надо Юла. Но зато ты в плюсе. Пойдет. Зато ты в плюсе. Я побоялся, что он ублинкуется, поэтому сюда по-быстренькому и задул. Тэшку заберете, да? Хорошо. Эта катка не такая динамичная, как прошлая, но она будет немного потноватая. Это чувствуется прям. Это прям чувствуется. Хорошо идет прям. И стоите там, у кого лучше ласт-хит проверяете. Зусчик. Оу, щит. Оу, щит. Да, это хилит. Пойду на низ. Ох ты. Акс вон куда, оказывается, пропал. Просто в АФК встал. Видимо, желудок прихватило. Он хотя нормально играл, да? Танчил там, что-то делал. Ну ладно. В лесу умирал только. Да, и Лего умирал по КД. Лего вообще забавно. Лего вообще забавный. Лотар у кого-то там, да? Лотар у кого-то. О, вот он. Прикинь. Реализовал. А что он тут делает? Лотар. Ну ладно. Придется гем брать, что ли? Блин, хреново. Второй раз сдох и не дофармил. Тини тут.
скорее всего, вард стоит, да? Возможно. Хотя, может, я в тупую даже добежал. Ладно, нормально. Сейчас резность, надо подраться немножко. Зря он, мне кажется, в БМ бы нормально убил бы его. Ой-ой-ой. Ну, пойдет, пойдет. Чисто на скамейке запасных сижу. Легион, который лес слил, убивает. Ну, это такой герой. Дуэльку дал, побежал. Победил. Дуэльку даешь, побеждаешь. Я на мид выбежал. Он БМ Лотар, да? Сильный. Прикинь, как умеет. БМ Лотарчик и поехал. Я сильный. Я сильный. Мне единицу даешь, я дышу. Есть первое. Иди сюда. Ух ты какой, смотри, нифига себе. Вторая. Хорошо. Эх, одна лапа пролетела. Ну, добил. Нормально. Пойдет, скомбинили. Одна лапа закончилась, там именно во время того, как я начал кидать, одна лапа закончилась, к сожалению. Ничего страшного, у меня уже почти юл есть. Опа! Под треком надо забирать его. Хорошо. Идет. Эх, хреново, да? Ничего страшного, ладно, бывает. Отрегенишься? Ты завис? Пытаюсь. Так, на тебе шла, на тебе ж лапы. Лапы не висит. Нет, после килла не переагривается тавр. После килла тавр не переагривается же. Так, ну ладно. У меня 16 почти. Я вот думаю, может гем взять? Чтобы лишний раз не фидить. И 16 бы взять. 16 бы взять, и кем взять? Чуть-чуть до 16. Пойдем на низ, может? Хотя ты на топе еще. Ну, плавненько на низ, если что, перебирайся. Блин, у тебя арты намного лучше, чем у меня, это радует. Уже почти Октарин. А у меня даже и близко еще нет ничего. На миду, да, он бегает, смотри. Подойдешь вот сюда? Я руптуру кину, пацану. Мне нужны лапы, дядь. Да. Пошло, пошло. Еще одна лапа? Вторая кинул. Вот так вот, хорош. Хорош, туда. Красава, дядь. То, что нужно. Трипл килл, красота. Блин, все-таки лютый прокат получается, да? Вот если все лапы, все заряжено. Да, причем гарантированно чистый. Собственно. Чистый, гарантированно урон, да, и он прям очень жестко залетает. При том, что это не 16 левел еще был дамаг. Сейчас 16 будет, будет еще больше дамажа. А, регенится. Ой, бро, чисто эти крипы, да. Маленькие кринжаторы. Зевс, аганим купил. Так, я пошел. За руной схожу. 16 левел есть. И в Октарин, блин, линку хочется вообще, если так легион бегает. Но если легион в меня не будет ультовать, он, скорее всего, не будет ультовать в меня, то можно стандартно сейчас в Октарин выйти, чтобы кдшку уменьшить. Как думаешь? Ух ты, нарвались там, да? Боже, что вы тут втроем делаете? Жесть. И Зевс, что там же. Зусчик. Фристайл? А, за честные ульты. За честные битвы, да. Сколько хп у него? 555. Туда его. В смысле ты? Нифига ты, да трек ты, да, ё-моё. Зачем ты, блин? Ай-яй-яй. Вообще, прикинь, задоджил, Настя. Но этот Тини, он лакер вообще жесть. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного, ребят. Бывает. Бывает. Это бывает, ребят. Хорошо. Дай смайли. Половина солбустера есть уже. Че, вместе покомбиним? Да. Иди на низ, наверное. На низ.
Там фарм есть, если успеешь. Я сейчас тоже туда полечу. Но я пока отрегенюсь. Там вон кто-то был. Возможно, Лего какой-нибудь лотарный. Если что, я его подъюлю. Опа, опа, Аксевичи. Горелки на крипов. Байте с меня. Да-да-да. Не хочу Раптуру отдавать. Не, Раптуру не надо, мы его так задушим. Бузеров. Че, зачем его выводить, не понимаю. Трек кинет сейчас, чувак. Не кидает. Не кидает трек. Хочет задогонить просто. Так, ну что, я в принципе ready. Be ready, be Arcady. Ух ты, смотри, тени идет. Лотары, там все есть. Лучшего хукать будет. И Магнус, ну ты что ж ты руинишь, бро? Он, по идее, стоит тут. Да, вот он. Да, уже лежит, дядь. Нифига себе, сделал, сультанул. Он стоит, говорит. Уже лежит, дядь. Но я не стал ультовать. А можно было. По КД просто не жопится. Ультовать и все. Хорошо. Давай на миду, кто выйдет сразу там ульта. Нафиг. Вообще пофиг. Просто играть надо все. Легион где-то есть. Ну, мне кажется, я в БМ-ку прям убьюсь об него. В этом я легионе. Мне кажется, гем могу... надо покупать. Фармить гем и тебе его отдать тут. Закрисил. Вон, Зусчик ходит. Ну, типа, легион где-то бродит тоже. С легионом, конечно, такое проблематично. Я могу гем сейчас купить, но Октарин чуть позже тогда будет. Да ну, нет, я... Думаешь? Давай. У тебя Октарин уже худо, там все есть. Кайф. Кайф. Сейчас на миду, наверное, драка будет, Суетевич. Вот так зашел, тени. Тут где-то тени. Че, накидывай, наверное. Я поехал. БХ бегает. Сейчас там выйдет чувак. На леге. Так, можно три лапы, да, попробовать уже зарядить. О, так, две сейчас. Сейчас третья будет. И третья. А, вот как он успел, блин, прикинь. Второй раз уже. Доджит. Вот крысенок, а? Блин, фул прокат с него дает, аж, да? Он доджит его. Эх, ладно. Ну, вот так, подушим его немного. Ух ты. Опа, я задоджил, дядь. Живешь? Я ульту задоджил. Пойду на базу. Пойду на базу схожу. Пойдет, нормально, живем. Сейчас уже Октарин будет. Олеги нету, слышишь? Он походу в АФК встал. Мне что-то подсказывает. Олеги нету. Я тебе гем несу. Хотя... Хрен его знает, 15 левел. It's AFK. Минус AFK. О, Лим, 2 минуты. Да, он АФК стоит. АФК стоит. Такой лайфхак, если не видите оппонента на миду, да? Но 2 минуты как АФК? Это 2 минуты он не вносил урон никому. Типа как бы условный АФК. То есть он может стоять под колодцем, может просто крипов колотить в лесу. Хотя нет. Хотя да. А, нет, по-моему, дэмэдж считается не только с героев, но еще и с крипов. Вот, вот так вот, точно уже. Так вот точно. Так вот. Так, ну гоу. Во, вот там. Еще лапа. Еще лапу, дядь. Уай, его жмыхнуло, видел? Просто легиона смыло. Так,
Я думал, Лего АФК, оказывается, он крысит. Ой-ой-ой. У меня пока КДшечка, дядь. У нас тут невыгодно вообще жесть, не видим ничего. Хорош. Просто разбился об стены, да? Так, ну я могу его заевулить? Хильнешься? Блин. Даже где не пережил даже эту дуэль, капец. Да, хреново, дядь. Ладно, гейм не хочу отдавать. Даже пережил. Я бы мог, блин, заюлить его, но думал, хильнешься. А куда это этот пуш идет? Просто взорвал. Разозлили, да? Блин, я-то думаю, где Лего? Он, оказывается, он Рошана все это время колотил. А как, блин, не спалился, да? Прикинь, же, лоу хп не упало у него. Хитрый бобр, конечно. Ульта хреновая была, опять в одного. Но не видим ничего. Не видим ничего. Не видим. К сожалению, не видим ничего. Но сейчас на карту вардики поставим, будет нормальненько. Зато катка поинтереснее, да? Без хайлайтов просто она тяжелее. Да. Хайлайты в прошлое вообще кошерные были. Да, гайд. Сейчас бы гайды на Excel-ках писать. Чтобы мне кто-то помогал гайды писать, это вообще... Насколько нужно быть недееспособным вообще соло, чтобы писать гайды с кем-то? Ладно, когда взаимный контент, да, там? Именно. Взаимокнопочный, выразимся. Взял просто вообще чувак, который с дотой вообще никак не связан, нанял того, кого-нибудь продотера, и он ему все гайды записывает. Чувак, я там побегаю, давай, ты там это... Гоу. Ух ты, Магнус, блин, ну просто коллапс. Симфония скиллов просто. Ха, туда его. Хорош. Так, если что, единицы накидываем. Эх. Ей, бро. Так, сделай. Ой, как прочитано-то. На тебе. Пиоц каменный. Просто прочитано. Опять задоджил. Два ульта Зевса уже задоджил. Так, ну, будем душить, да? Будем драться до конца. Бьем их. Тени, наверное. Ух ты, смотри, что делает. Так куда ты собрался? Там гем. Yep. Куда он собрался, этот дорогой? Товарищ вурдалак корм. Хорош, как мы, как же мы хороши, да, здесь? Хорошо сыграли. Оу, джебабу. А нафига Зевс гем взял? Ему что, мало вижены? Тайны человечества, да? Вопросы тайны человечества. Я на низ полетел. Не хочу идти туда. В эфире тайны человечества. Зачем Зевс берет гем, если у него есть True Sight? Ох уж это... Ох уж это дота. Почему колбаса докторская, но она не лечит? Смешная хрень. Че, вы там деретесь? Ага. А ты где? Ты внизу? Может, могли бы суеты навести немножечко. Вот тут, видишь, пару не идут. Кидай лапу. Так, один. Один есть. Второй есть, да? А третья будет. Третью даешь, я дамажу. Кидаю. Ой, и Леги, смотри, как досталось. Туда его. Блин, это круто. Ты просто посмотри, как дамажит нафиг. Какой же это кайф. Правда, и я могу сдохнуть быстро, но как это выносит просто? 120 дополнительных процентов дополнительного урона. Да, это то есть это получается 555 на 2 умножаешь. И еще 20%. 1300 где-то урона. 1250. Да. Чистого урона, который просто массово в одной вот узенькой территории можешь положить. И при том, что это стабильный дэмэдж, который, ну, почти никак не смягчить. Реально стабильный дэмэдж. Ну, душим. Жестко гем забрали.
Хреново. Ну ладно, у меня рефреш есть, две кнопки буду душить. Тэшку заберем. Лапы, можешь по КД, если что, может там на Акс в миду. Акса смоем. Туалет. Звук смывания туалета надо сюда подставлять. Буль-буль-буль-буль-буль. Так, накинул сколько? Две сейчас, да? Две. Сейчас вот прыгаешь, третью кидаешь, я прыгаю. И третья. Ты сейчас 100 хп у него было. Тысячу сняло. Может как-то не так криво ложится. Потому что это ж первая дота тут. Как бы если так считаешь, может по убыванию доты как-то считается. Не знаю. Закон уменьшения полезности. Да, 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 вот именно. Я это всегда называл так, как называл сейчас. И убывание доты. Так, у меня есть все кнопки, у меня есть рефреш еще. Пойдем, может, здесь встретим, сейчас дефить будут. Да, можно. Тиник там с гемом прыгнул на хайграунд. 12 секунд стоять еще будет. 10. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Уже не успеваем. Обью? Нет. Пуру лови. Опа, подниму его, дядь. Подниму, да. Просто подниму. Кидаешь лапы, я начинаю дамажить. Кидаю первую. Так, первую. Бру. Вторая. Ну, я убру. Пам. Я заюлю его. Ладно, вот так вот сделаю. Гем лежит, бро. Ты, ну я Зевса догоню, думаю. Гем забрал? Да. Блин, Зевс такой прыткий, убежал, прикинь. Ну хреново там, кстати, не залетело, никого не было толком. Бутчер, бубаск, да. Ух ты, тут обсерв. Блин, я так сильно могу сейчас погибнуть. Отхилишься чуть-чуть и погнали, можно дальше. Ай, скубрач залагал. Скубрач, видимо, кого-то побежал хилить. Блин, жесть, по кайфу, дядь. Все равно крутой контент. Все равно круто получается. Круто. Саруки Рамбит. Нам тут гем, правда, нужно будет на постоянной основе. Это очень обидно. То, что минус слот. Можно было сделать какую-то молнию. Хотя лучше БКБ, наверное. Я бы БКБ здесь рассмотрел. Чтобы можно было прыгать и прям стоять драться, как дурак. Купить молнию вместо ПТшки, БКБшку. А Linkin Sphere у тебя есть? No, I don't have a Linkin Sphere. Blink Dagger. Blink Dagger. Blink Dagger. Хорошо, молодец, захилился. Давай единицу и на мид выходим. Так. Хорошо. Две лапки есть. Так, это три. Две. Сейчас выйдет по-любому кто-то. Накидывай. Так, три, две. Вот здесь вышел. Надо подождать чуть-чуть. Может еще кто-то выйдет. Давай. Пофиг. Магнус РП. Кидаю. Ой, бро, хорош. Вот это мы раздали им тут боссов. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, какой браконьер, а. Байбекнусь, дядь. Байбекнулся, прыгнул у меня. Я иду, телепорт есть. Гемчик лежит, гем заберу. У тебя лапа есть. У меня лапа есть, я понял. Сейчас заюзаем еще ульта, сейчас уже будет. Сколько лап? Две. Третья. О-о-о! Просто смыло чувака реально в унитаз. Прикинь, как ты четко лапу закинул мне. Так и надо. Блин, там на самом деле даже меньше 3 секунд из-за анимации каста. Да, две. 2.5 где-то. Жесть. Просто смыло в унитаз его. Но у меня сейчас уже будет и рефреш уже есть почти. Зевса, может быть, 2 раза сейчас моем. Ну, посмотрим. Давай, запушим. Блин, это круто. То есть, просто фулл хп у него было. Почти. Почти. Тиник живой, дядь.
Видел эту верхнюю молнию? Не достаю. Не достаю слишком далеко. Оп. Линкаут. А, не хочешь? Хорошо. Пойдем. Надо, кстати, я на рожь поставлю куру. Если что, просто в Рошана закину этот Соника два раза. И Рошана заберем еще. Пусть, если что, не будем мешать ему забирать на Легионе. Правильно? И сами заберем. Я без байбека, правда. Но мид сломали, уже хорошо. Мид сломали, хорошо, красиво, вкусно. Ребята, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки за наши старания, за наши видосы, которые мы придумываем. Такой контент вы нигде не увидите. Кто бы что там ни говорил, но реально это уникальный контент. И я рад для вас его писать. Причем безвозмездно. С вас просто, ну, по желанию, да, ну, желательно лайк поставить, чтобы эти видео рекомендились, ребят. Честно. Спасибо большое всем за поддержку. Не забывайте подписываться и поставить лайк. Реально, очень приятно, когда поддерживаете. Это очень круто. Так что вот такая вот у нас история. Так, ну что? Скоро будут Рошана бить, наверное. Либо вниз на БХ выйдут. Просто прикинь, два Sonic Wave в Рошпит залетает, и все. Чел выпадает оттуда на Легионе. Ждем. Мы под лоу хп влетим. Вот он. О, гоу, лапы накидаешь? Сколько? Сейчас вторая будет. Я подниму его. Хорошо. И третья. Хорошо. Пойдем сами. Не стал я два давать, потому что он один зашел. Ай, больно. Мне кажется, ты можешь потанчить, у тебя очень много армора. Заберешь? А у тебя есть куда ложить. Бери, дядь, смело. Хорош. Вон, Тиник идет. Вот так сделаем. Ой, хорош. Красота. Подниму, не переживай. Красота. И Магнус видел, форстапнулся там. Ой, круто, круто, блин. Я на топ пойду. Толкну топ, и можете к топу подходить. Круто. Блин, реально рабочая и прикольная. Очень много фрагов. Но если правильно комбинить прям, грамотно, то красота выходит. Пойдем на топ аккуратненько. Ты вниз, да, толкаешь? С двух сторон зажим делаем. Зажим профессиональный, сплитовый. Жалко, у меня маны немного. Но регенится очень быстро, если по КД ничего не жать. У меня 35 маны регена, это очень много. 1000 маны уже, 1020, 1050, 1100. Очень быстро регенится, конечно. Хорошочка. Так, дагер, аеги. Эге, минус аега. Это ж хорошо. Я не успел, сорян. Ну ты живой, по идее, там вроде никого больше нету. Беги. На меня желательно. И что, мне лапы по колдауну? Он тут где-то стоит. Ух ты. Не почувствовал там. Сейчас, пока там БМ-ка. Так сделаю. Ну, нанес, но... Ой, бро, тебе, кажется, конечная, да? Но я помогу, чем могу, дядь. Так, Тиника нету. Лего живой только. Рефрешер, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, прям в меня, да ладно! Просто, блин, жесть. Я еще манши думаю, ну наперед будет хукать вот так вот, думаю. И в итоге, вот, не просал эту, блин. Ой-ой-ой, хорош, хорош. Беги, 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 беги. Мистер Вайтелик. Блин, как же это жестко. Вот и не просал вот логику, да? Пуш кривой, а я подумал, что он никак кривой будет делать. Вот прикинь. И в итоге стал вот здесь вот в уголочке, специально думал, ну вот сюда куда-то хуканет или сюда. В итоге, если бы бежал по прямой, как идиот, то выжил бы. Блин, досадно. Досадненько. Блин, что-то все-таки линку, да, наверное, сделать надо? Как думаешь? Да, обязательно надо было.
Мне тоже надо было ее сделать. Я сделаю все-таки Линкси. Ну тогда у нас гема нету. Гема нету. Гем будет на Магнусе тогда. На Магнусе. Big Quick Human. Тогда Линочку сделаю. 50 секунд курим. И надо идти заканчивать по чуть. Вот здесь где-то. Попрессингуем. У них трон постоянно падает. Но они за один заход нас снесут. Так-то. Легион. Плюс тиник под минус арморами. Это очень жестко. Четыре варда есть. Мне до линки чуть-чуть, я не буду тратиться. На миду вон вышли они, да? Пайп тому куджам. Жирные очень. Жирные. 10 секунд, у тебя 35, да? Я в миду могу, в принципе, откинуться немножечко и идти дальше. Ребята по топу пошли. Нет, БХ в кустиках бродит. 25 ассистов у тебя, нифига себе. Магнус сейчас умрет, наверное, да? Так, я тут задуваю. Магнус погиб. Герой наших союзников погиб. Или как там? Не погиб помню. Герой наших союзников. Да, вот что-то такое. Погиб герой наших союзников. Да там по речке идет, это такой бесстрашный. Это такой бесстрашный. Линка есть, если что. Так, лапы накидываешь, да? Хорошо. Лапы накидываешь. Еще лапа, да, есть? Хорошо. Так. А тебе две. Я отойду, у меня что-то как-то... Линки нету пока что. Отойдем немножко. Нас видят, мы не видим их. Нифига. Там обсерв стоял. Ну так, будем откидонами какими-то играть. Пойдем низ дефнем. Уджа половина хп. Линка есть. Там Зевс ультанул, я дэмэдж заблочил. Тебе нужны какие-то слоты еще? Только линка. Сколько до линки? Гема тоже не будет. Еще 1300. Там у меня дуэль. О, смотри, смотри. Подопытный. Лотар зашел. У меня гем есть. Вот сюда, походу, побежал. Давай, можем поймать. Ты. Успею за улицу. Хорошо. Двойку накинешь там? Ух ты. Не надо, дядя. Хорошо. Подойдешь ко мне? Хильнусь. Хорошо. Еще хильнусь. Хорош. Нормально, задушим, думаю. Ладно, вот так сделаем. Мистер Кривой Прокаст, Хинозес. Пойдет, нормально. Раскидали пацанов, молодых. Ща молодые, да? Сейчас байбеки разведем. Красота. Раскидали молодых. Хорош, четенько. Хотел засполнить хпшки. Так, зусочка нету, да? От Криса на зусочке, а? Смотри. Ну, потновато, да? Но интересно. 4 на 4 геймплей. Хорошочка. Ну, ребята, загуляли. Видишь, Лего забайтился на линку. Начали бегать, и ты там подошел еще, и все. Тиника зафризила. И come on everybody. Кто там? Зусчик. Зусчик. У меня КД вот так вот. Можно пополомать тут боковинки. Чтоб крипы работали, если они ошибаются. Ну, это такая катка менее, да, как ты сказал, хайлайтовая. Вон, аксы в лесах ходят. Лесной болван, да? Опа, забайчина. Рубанул. Да, ударил немножко по черепушке. Немножечко. Немножко подзадушил. Зевс, ты заметил, очень сильно аккуратничает. Очень сильно аккуратничает.
И прикинь, линки нету. Это печально. Но я не буду баймекаться. Кинь раптуру, да добеги, наверное. Мне кажется, он тебя полгода убивать будет. Почти даггер есть. Нифига, он кинул его. Кинул его, у меня хп нету. 80 секунд, я рецесс. Но у них трон падает. Я не буду байбекаться. Я типа могу байбекнуться, можем разнести их, в принципе. Но ты уже улетел. Не хочу. А если просто ошибемся, впадлу будет потом. Ждать еще 120 секунд. Нормально. Ну, лего такое, понял. Меня, короче, дуэль ты даешь, если там кнопок нет, то ГГ. То ГГшечка. В этой катке много очень умираю, конечно. 5 раз уже много. Когда есть эскейп какой-то. 4000 золотых еще на кармане есть. Моршан, Моршан надо купить, да, Моршан. И, кстати, Роша есть, дядь. Возможно, Легион сейчас туда пойдет. Нету Роши, да? Хорошо, я Куру туда поставлю свою, на всякий случай. Пацаны, красави. 30 секунд и погнали. Опа, а кусь-кусь-то не получится сделать. А вот там еще, смотри, древний этот демон идет. Ой-ой-ой, бро. Я не понимаю логики их движений. У них лайны пушатся, они где-то в области мида бика. Я, когда меня пуш хуканул, дядь, я тоже не понял. Пуджа. А ведь все намного проще, чем мы думаем. Они не думают так, как мы. Вот и все. Все максимально просто. А! Кто-то скайку корректнул в лесу. Так, ну что, я тогда что, пойду мид позадуваю немножко. Легион БКБ купил, БКБ. Так, глифчик. Опа. Плохо паутинник. Опа. Ух ты, кушают, да? Из усочек идет. Опа, если сейчас меня... Ой-ой-ой, прыгнул, блин. Прикинь, как четко они делают. Вот это хреново. Зевс ультует, и Лего просто прыгает, и все. Че, ну тут, походу, надо будет под тебя, Антох, байбекаться мне. Хотя у них тут крипы идут, нормально. Пока не надо. Б-б-б-б-б, не надо, дядь. Жестко. Ну, такой рандом, Юла у меня не было, к сожалению. Где всем Линкенсферу сбивают? Да, 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 очень жестко сбивают, причем. 70 секунд ресы. Ну, ты реснешься, я байбайковый сделать, и поехали. И, наверное, все-таки по топу мы не дойдем мы до топа, потому что постоянно драки какие-то у нас не такие. Рошан вышел. Ну, 60 секунд, если они будут идти до Рошана, будет хорошо. Вот, Ар зашел. Скорее всего, на Рошана пойдут они. Так, у нас что тут по вардам? Давай Ская попросим повардить. А то кто-то варды скупает. Ой-ой-ой. Ой, хорош! Сможете, интересно? Я иду. ВКБ. Сало дал. Уджу сало дал. Хорош. Молодцы. Пойдет. Ой, Магнус работает. Не, ну настоящий коллапупс. Коллапупс. Зевс на топе работает. А не, ну звери прям. Да куда? Куда? Не надо. Дайте повардить. Повардить надо. 16 секунд. Фига ты там дерешься, да, дядь? Ну, Бладстоун у тебя нормально хильнуло. Я 8 секунд, дядь. Если не умрешь, будет хорошо. Хотя под вопросом, да, конечно. Живешь еще, дорогой? Хорошо, я рядом уже. Изет. Ух ты! Ты видел там тини? Хорош. И вот этого смою. Лапки. Нормально, хорош. Зевса, наверное, надо зацепить. Хотя не факт, что получится. На блинках, чел. Я очень быстрый. Блин, у него лотар, понял? Вот почему не можем зацепить. Лего идет. Линку сбили мне. Так, ну-ка вот этого сюда. Все живы, кроме кого там. Кроме тини. Байбек батчер, дядь. Тиника видел? Там тиник просто мимо проходил и получил. Ой, Линка как откатилась, слышал? Я слышал. Ю-ю-ю-ю, Яндека вылазит. Ой, бро, ну вот так вот могу помочь, смотри.
Там максимум, что могу сделать, дядь. Он все еще бегает за мной. Ну, странный такой. Давай, додушим его нафиг. Ой-ой-ой, да ты скотина, а! Ой, бро. Тупоголовая. Просто. Тупоголовая скотина. Я там еще и Skyrim варжусь, что. Ну, ГГ, бро, мы выиграли все равно эту игру, дали хороший, красивый бой. Я считаю, что очень красиво сыграли. Вот туда этого Зевс. Хорош. Прям красиво все равно сыграли, дядь. Такие, пощекотали нам нервишки, да, и мы им пощекотали. Нечем сбить, бро. Без байбека, да? Я байбека тоже нет. Ну, тут надо кура над тобой кружить, дядь. У меня пока что КДшка. Скай лопнула. Тиника лопнула. Лапа, если что, есть на мне, да? Да-да-да. Сколько? Две. Так, это две. Сейчас третью закинешь, я нападу. Ну, ладно, ничего страшного. Забрали все равно что-то. Добиваем. Good game. Хорош. Отвали ты уже. Ой, бро. Я уже добить хочу этот трон. На нем Руптура. Да-да-да. У него проблемы серьезные у Пуджа. Его тут избивают толпой. Хорошо. Добиваем. Лапу даешь? Да. Одна лапа. Так, две лапы даешь? Две. И прокаты зарядим. Байбекайся, дядь. Хорош. Блин, красава, бро. Таким мы хорошую катку тут тоже дали, красоту навели. Ребята молодцы, оппоненты прям старались, старались. Ну и у нас вроде получился неплохой контент, ребятки. Если вам эти катки понравились, то пишите в описании их, вон там вот, комментарий обязательно. Понравились катки вам, первая или вторая? Какая лучше была, какая была динамичнее? Мне кажется, крайняя вот эта катка, она реально потная была такая немножечко, да? Ну мы сами как бы балансим, как бы секретики такие, да? Вот, а первая игра, она была такая прям яркая, красивая, да? Ну... по кайфу. В общем, напишите мнение в целом, как вам видосик и какие катки вам понравились. Антонио, что можешь сказать по поводу игр? А, получились две разные абсолютно игры, вот реально. Первая на контент, вторая на пот. Да. Планировано. Но, в принципе, было интересно. Да, было интересно, я с тобой полностью согласен. Ну и на этом будем заканчивать, ребятки. Обязательно поставьте лайк за старание, ну, и, как говорится, подписывайтесь на канал. И на этом все. С вами был Xanazus и до скорого. Всем удачи. Все, найс. Хорошие игры прям, мне понравились.